Почти половина россиян заявила, что сталкивалась с завистью в отношении себя. Если среди таковых соликамцы, сейчас узнаем. Тебе кто-нибудь завидует? Обязательно, есть такое. А по каким причинам могут тебе позавидовать? Сами рассказывали, завидуют доброй завистью, говорят, из хороших побуждений, нравится мое творчество. Тебе кто-нибудь завидует? Нет. А почему такая уверенность? А чему завидовать? Тебе кто-нибудь завидует? Нет, никто не завидует. А почему такая уверенность? Ну, потому что у меня много недостатков. Ну, сейчас может быть. Раньше я завидовал своему другу, потому что у него есть большая искренняя любовь. Сейчас у меня есть моя любимая девушка, мне кажется, мне кто-то завидует. Ну, наверняка есть определенные успехи, и люди, ну, свойство есть у людей такое завидовать какому-то счастью чужому, там, успехам каким-то. Возможно, и моему счастью или моим каким-то успехам тоже завидуют, может, талантам даже. Добавлю, по итогам опроса в ЦИОМ был составлен портрет завидующего человека. Это женщина 35 лет с высшим образованием, проживающая в столице.